По данным окружной госавтоинспекции, аварийность в округе снизилась почти в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Зафиксировано 272 ДТП, сократилось количество аварий с пострадавшими, в том числе с участием детей. На 42% снизилась смертность на дорогах. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В прошлом году за нарушение правил дорожного движения возбуждено почти 250 тысяч административных дел, взыскано 103 миллиона рублей. В 2022 году правительство округа продолжит приобретать комплексы фиксации нарушений. На дорогах округа установлено 144 камеры фото-видеофиксации и 60 стационарных комплексов. 8 из них появились в прошлом году. В этом году работа по повышению уровня безопасности и комфорта на дорогах Ямала будет продолжена. Вы знаете, что мы по дорожной деятельности большую работу ведем внутри муниципальных образований. Постарайтесь это сопоставить с теми так называемыми тепловыми картами. ДТП, которые совершаются в ваших муниципальных образованиях, может быть, таким образом строить приоритетность. Помимо вопросов социальных, там, где люди жалуются, еще если они равнозначны в этой части, но в одном месте ДТП совершается, в другом нет, значит, тоже это критерий, по которому надо расставлять приоритет. В Муравленко на портале «Живем на севере» в разделе «Предлагай» запущен новый опрос. Жители города просят указать опасные выезды из жилой зоны и дворов. Идеи и предложения принимаются до 9 марта.